Да, мы не устаем вас не просто удивлять, а даже шокировать. Давайте не будем терять ни секунды. И, как видите, я уже подготовилась. Замечательные, красивые, яркие серьги уже стоят на моем столике для того, чтобы вы тоже могли их рассмотреть внимательно и даже в них влюбиться. Итак, встречайте, это серьги Кастильо, великолепный, интересный дизайн, но, что особенно приятно, это любимая многими, я это уже узнала, выяснила, без каменка. Я с удовольствием вас приглашаю звонить нашим операторам по бесплатному номеру, задавать вопросы, если они у вас появились. Уж поверьте, наши дружелюбные молодые люди и девушки вам с удовольствием ответят на все ваши вопросы, проконсультируют. Ну что ж, давайте вглядываться в эти серьги подробнее. Я хочу, чтобы вы еще увидели, каким образом они сидят в вашем ушке. Это, конечно же, самое главное. Знаете, сережки не складывается такое впечатление, что сережки крупные, тем не менее. Вес их более 7 граммов. И это, конечно же, ваше любимое серебро 925-й пробы, покрытое вашей любимый красный позолотой. Их вы можете сочетать со своим золотым кольцом, или, может быть, золотой цепочкой, или, возможно, колье. Обратите внимание, сережки издали очень видны, они хорошо заметны. Я обещала вам показать профили, я с удовольствием это делаю. Вот он, великолепный английский классический замочек. И что мне здесь особенно нравится, это заниженный штифт. Такая маленькая аккуратная сережка, а штифт занижен. Это значит, если у вас уже растянут прокол, вы любите тяжелые серьги, здесь все будет аккуратно спрятано. Посмотрите, как здорово они переливаются. Очень витиеватый рисунок. Мне безумно нравится этот блеск. Безумно нравится, как эти солнечные зайчики перебегают с одной грани на другую. Уже огромное количество заказов именно на эти серьги Кастильо. Вы успели в них влюбиться. И я вас в этом вашем выборе и решении поддерживаю. Действительно, великолепное приобретение по цене. Обратите внимание, актуальны только сегодня. Посмотрите, как здорово эти сережки выглядят и в паре с колечком, и сами по себе. Между прочим, название этих серег переводится как «замок» с испанского языка. И согласитесь, действительно, в них есть что-то такое вот графское, может быть, что-то от герцогини. Как будто вы вот только-только что из шкатулочки какой-то очень знатной леди достали эти великолепные серьги. Посмотрите, как здорово серьги выглядят в профиль. Я обожаю изделия, которые хорошо смотрятся и анфас, и профиль. Посмотрите, какие они замечательные и объемные. Замечательно смотрятся в профиль. Это важно. Бывают такие ювелирные изделия, которые просто теряются. Сбоку смотришь, и сережек как будто бы нет, они потерялись. Давайте, кстати, с размером разберемся. Мы отметили, что их вес 7 граммов, а я вам сейчас покажу, что высота этих сережек почти 2,5 сантиметра. Давайте посмотрим еще и их ширину. Вот, пожалуйста, сейчас я доверну к вам серьги, и вы увидите, что ширина этих сережек у нас тоже 2 сантиметра. Ну, они у нас немного продолговатые, вытянутый. Идеальный вариант для любого типа лица. Знаете, не часто такое бывает, что сережки подойдут любому типу лица. Они не круглые, то есть они не будут округлять ваше лицо, если у вас и так уже такое оно. А при этом они несколько вытянутые. Ну что ж, не забывайте, пожалуйста, что мы с удовольствием оплатим доставку вам, если у вас заказ будет на сумму 3900 рублей. Добавляйте эти сережки, начинайте пополнять свою корзину. И не забывайте, пожалуйста, что у нас для вас есть готовые решения. Всегда с удовольствием демонстрирую вам уже готовые решения, уже те самые комплекты и гарнитуры, которые вы можете носить. И уж поверьте, я вам по-дружески рекомендую сегодня эти сережки добавить в корзину вашего заказа. У нас бывают такие ситуации. Действительно, я всегда так сочувствую подобным телезрительницам. Они звонят на следующий день и говорят, вот у вас вчера были такие серьги, или такое колечко, или бусы так понравились. Сегодня на сайте уже нет, либо на сайте сегодня другая цена. Пожалуйста, действуйте прямо сейчас. Если вам нравятся ювелирные изделия, заказывайте.